Поздравляю. Если мы сложно подходим в нашей ситуации, но я очень надеюсь, что вместе с депутатами, безусловно, в едином ключе у нас все-таки слаженно вместе работать. Я также снова присоединяюсь ко всем начинаниям всех депутатов, буду оказывать максимальную помощь всем старателям. Можно я тогда до второго вопроса? Вот, тогда спасибо, значит, спасибо за доверие, даже не за поздравление, а за доверие, потому что, ну, поздравление здесь, наверное, ситуация немножко это. Да. Вот, можно в кавычки. Значит, я единственное, как бы вот, ну, пожелание, наверное, что я даже вот рада, что Максим Анатольевич такой вопрос задал. То есть мне как бы очень хотелось, чтобы мы все понимали, осознавали вообще ту ситуацию, в которой мы находимся. И я не случайно сказала, что я не считаю, что мы должны увязывать в этой ситуации с вами, иначе мы останемся на этом месте. И те полтора года нашего пребывания еще в данном статусе, да, и в данном составе, они пройдут зря. Потому что мы много очень говорили о том, что мы хотим, чтобы в районе что-то происходило другое, или то, что происходило по-другому, или то, что происходит так же и происходило. Но мы не двинемся с вами ни с какой точки, и не будет никакой работы, если мы только будем увлечены вот этими. Мы все-таки понимаем, что мы представительный орган, мы представляем интересы жителей района. И мы здесь с вами находимся для того, чтобы жизнь жителей была не хуже той, которая сегодня. И все прекрасно понимаем ситуацию, которая происходит не только в районе, в Москве, в стране. Нельзя увлечься и уйти в сторону решением вообще серьезных вопросов. Но эти серьезные вопросы могут сказать, знаете, с местечковыми вопросами стать. Просто чтобы этого не стало, нужно работать. Поэтому ругаться не будем, но работать, я думаю. Поэтому спасибо, и я думаю, что мы услышали вам тоже. Переходим ко второму вопросу. Значит, мы тогда голосуем с вами, поставим на повестку дня предложение Зинаиды Алексеевны, да? Зинаида Алексеевна, озвучите. Я вам напоминаю, что она предлагает внести вторым вопросом повестку дня избрание заместителя. Сейчас я прочитаю, как звучит. Заместитель председателя Совета депутатов. По итогу вопроса. Кто за то, чтобы внести вторым вопросом в повестку дня? Вопрос, который будет звучать так: об избрании заместителя председателя Совета депутатов. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Значит, уважаемые депутаты, статья 14 устава у вас есть. Гласит, что заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования, то же самое от установленной численности депутатов. И обращаемся теперь к продолжению регламента. У нас в регламенте дальше продолжение. На вашем же листочке где глава 3. Статья 5 теперь. Заместитель председателя дублирует. Это часть 1 избирается из своего состава открытым голосованием большинством голосов установленной численности. А вот пункт 2 говорит, правом выдвижения кандидата на должность заместителя председателя Совета депутатов обладают группа депутатов, не менее 3 человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата. В устной форме заносится протокол заседания. Депутат может стать только в одну группу. То есть порядок точно такой же. Какие есть предложения от группы депутатов? Зинаида Алексеевна, пожалуйста. А я вот, знаете, предлагаю Лаврова Дмитрия Витальевича. Дуркин Александр Семенович, Алхимов Вячеслав Григорьевич, я Скалова Зинаида Алексеевна, и, может быть, кто-то меня, Татьяна Николаевна.
Лаврова Дмитрия Витальевича. Он у нас такой, у него такой потенциал, вот так уже последнее время мы определили. И он как бы и готов к этому, и поэтому, я думаю, он будет помогать Марине Ивановне реально. Спасибо, Василий. Какие еще есть предложения от группы депутатов? Предложения нет, и группы нет. Какие-то предложения по... Поставить на голосование. Значит, поступило предложение от группы депутатов из 4 человек избрать заместителем председателя Совета депутатов Лаврова Дмитрия Витальевича. Кто за? Так, Дмитрий Витальевич, я сейчас прочитаю. Здесь не написано это. Дальше написано, не могут предлагаться кандидату в заместителя, которому выражено недоверие. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они выступают и отвечают на вопросы. Не более 20 минут, Дмитрий Витальевич. Вы не меня. 21 минута пойдет, мы колокольчик позвеним. Значит, Дмитрий Витальевич, ну если вас спросили, вы даете согласие? Даю. Есть вопросы? Если начальник не против. Нет. Есть вопросы к Дмитрию Витальевичу, вопросы по процедуре. Можно же до 20 минут слушать ответы. Ну давайте я спрошу. Давайте, Максим. Дмитрий Витальевич, вот исходя из прошлого опыта, Марина Ивановна, как бы она, ну я заметил, может, другие, конечно, номинально, поскольку есть кто-то по-другому думает, по практике, номинально исполняла свои обязанности заместителя председателя. Если так случится, что за вас проголосуют, как вы видите себя на этом поприще? То есть будете точно так же номинально числиться или действительно будете проводить работу в качестве? Ну, с точки зрения сложившейся ситуации, уже номинально, наверное, не пойдет, потому что нужно как бы активно помогать. Дело в том, что, наверное, Марине Ивановне труднее сейчас сразу в это все войти, так сказать, и какие-то предложения. То есть я рассчитывал, что он, может быть, даже каким-то тандемом, если... Потому что, может быть, где-то придется друг друга заменять там, ну, то есть прямо в рабочем порядке. Ну, вплоть до того, что какие-нибудь там, не знаю, выездные, там, дела, совещания, там еще что-то. Или вместе сесть подумать там, в том числе, естественно, с привлечением всех остальных. Я просто хотел сразу сказать, что, товарищи депутаты, вы не думайте сказать, уходить в сторону. Все, теперь вы должны активно предлагать все свои, так сказать, вопросы ставить сразу же, а не замалчивайте. То есть это, вот если Марина Ивановна пока не сказала, я сразу говорю, что не замалчивайте, чтобы не было вот этого заминали каких-то вопросов, а лучше их сразу решать не очень порядка. И более того, что вот есть у меня мысли такие, сразу скажу, что даже по любым вопросам какие-то мелкие голосования, чтобы потом не было такого, что я знал, я не знал, там еще что-то такое. Ну, то есть не те вопросы, даже которые вот, по повестке дня, а просто даже по мелочи вопросы и даже голосование дистанционного, так сказать, характера, скажем так. Хорошо. Ну, первое, что приходит в голову, просто по почте рассылается вопрос, за, не за, не за. То есть как бы такой опрос. То есть, можно назвать не голосовать, там, а опрос мнения. Да? То есть, пожалуйста, активно в этой работе. Больные тоже участвуют в работе. Технологий контактов очень много сейчас, правильно? То есть вот именно вот эти технологии хотелось бы внедрить. Если вы не против все, как бы внедрить это. Ну это совсем будет заранее известный результат. Ну то есть вы не контактов не уходите, а наоборот и нет, контакты, вот еще раз, да, контакты, запятая, связи, там еще что-то, нужно развивать, естественно. Потому что у нас, так сказать, век, что вот мы, допустим, некоторых людей ждем, там где-то пробки, где-то еще что-то, лучше каким-то дистанционным способом, так сказать, общаться. Даже хотя бы предварительно. У меня вопрос. Да, Татьяна Ивановна, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы член Единой России? Да, я член Единой России. У нас получается, что... Я сразу скажу, что я номинальный член Единой России. Понятно. Я активно работу там не веду. Да, Григорий Степанович? Я же там не активист. Оно, что? Вы скажете, отказывается. Вы будете там пробивать или продавливать какое-то решение только потому, что вам партия так сказала. Хотя понимаете, что вот, не я скажу, так сказать, из биографии так сразу, да? То есть мы в свое время были комсомольцами, да?
То есть, смотрите, там, я не успел вступить в компартию, да, которая там как-то собиралась. Нет, пионеры октября, понятно. То есть, у меня активная работа была в комсомоле, и когда у меня учетные карточки есть, скажем так, поощрений, всяких там обкома, ЦК, по 5-10, у меня также есть там выговоры, занесение строки выговора и выговора в карточке, да? То есть я был такой активный комсомолец, с одной стороны. То есть я боролся с комсомолом своей позиции, поэтому лояльным партиями я не очень отношусь. Поэтому активно продвигать позицию, я думаю, что если это нужно, сказать, населению, то есть если это реально, так сказать, нормальная позиция, которая поддерживается депутатами в том числе, то это надо продвигать. Ну так, чтобы выделять, что приоритет партии, наверное, не очень. Вы удовлетворены? Я недисциплинирую. Я приняла к сведению, услышала. Да, услышала. Вот Григорий Степанович говорит, что я там не активист, я дисциплинированный партийный. Он на себя наговаривает. Он нормально. У меня вопрос к Марине Ивановне. Вы считаете, вот выбор такого заместителя для вас, он будет в помощь работе? Ну, я считаю, это есть. Конечно. Я с уважением к Андрею Витальевичу отношусь. Я его многие годы знаю. Это во-первых. Во-вторых, его предложение сейчас достаточно ценное по поводу, он вообще специалист по коммуникациям. Мы давно знаем правильно. Я надеюсь, что правда и такие вещи, как я только сейчас говорил, они будут нам полезны. Это мое предложение. Нет, он сказал по поводу интернета, а не ваше голосование. В 21 век все-таки мы все понимаем и понимаем, что все работающие, почти все у нас депутаты работающие. Иногда и правда какие-то вопросы. Может быть, и правда можно было бы решить тут на стадии обсуждения и так долго времени не уделить. Есть еще вопросы? Но у многих есть мобильный интернет с собой, правильно? Да. То есть благодаря доставить голосование. Да. Вопросов нет больше. Поступило предложение поставить вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать заместителя председателя Совета депутатов главного комитета? Прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Спасибо. Кто воздержался? Спасибо. Поздравляем вас, Дмитрий Витальевич. Я только очень рада и надеюсь на наше с вами сотрудничество. Более тесное. Так, переходим теперь к вопросу, который у нас с вами в повестке дня. Второй вопрос, он теперь у нас стал третий. Внесение изменений решений Совета депутатов муниципального Гуляновского от 17.12. Утверждение бюджета муниципального Гуляновского на 2016 плановый период 2017-2017 года. Я предоставляю слово бухгалтеру советнику аппарата Гуляновского Тихонина Юрию Владимировичу. Это бывший
Рус, Варо, ну, чтобы мне понятно было, это название ни о чем не говорит сегодня, территориальные органы номер 2 и финансовые. Значит, это ФКУ СВАО, еще раз повторяю, это по старому, чтобы понятно было, это департамент финансов и это управление федерального казначейства. Так вот, когда мною был представлен этот документ, который не имеет права быть мною вообще никак, просто вот икона взяла и понесла, значит, мне тут же было сказано, что оказывается это решение принято с допущенными нарушениями бюджетного кодекса. Бюджетный кодекс, на основании принятого бюджетного кодекса, каждый год департамент финансов принимает документ о бюджетной классификации. Это документ, инструкция Министерства финансов Российской Федерации номер 65 с внесенными изменениями номер 90. Так вот, в этих инструкциях были изменены целевые статьи. То есть код бюджетной классификации состоит из ряда порядков. Пункт назначения временной там, и вот одно из них это целевая статья назначения расходов. Так вот, когда Минфин в прошлом году поменял номер целевой статьи, оно не особо изменилось. Если мы сейчас возьмем то, что мы с вами приняли, вот у меня по закладочкам, и то, что я сегодня увидела изменения, там. Ну, я сейчас, да, у вас все есть. Значит, первый же, вот сейчас смотрите, открываем, чтобы понятно было. У нас есть с вами первый же, где допущено, мое личное мнение, что это чисто техническая опечатка. Почему? Потому что из всех целевых статей и кодов КБК только в трех была допущена вот эта опечатка. Она незначительная и... смысла она не несет никаких денежных каких-то вот изменений. Это показываю, открываем раздел. Это у нас с вами сейчас, это в расходах. Вот смотрите, это называется приложение номер 2. Расходы бюджета называется. Вот открываем с вами раздел, он ведет 900.01.11. Вот смотрите, 900.01.11, да? И вот здесь, смотрите, дальше стоит тот, что вы приняли, если вы первоначальный вариант, увидите, что идет номер 32А0100. Это было неправильно, это первый вариант. В проекте сегодня уже стоит 32А010000. Добавлены нули. То есть не хватало вот именно вот этих вот цифр. Итак, следующий ниже спускаемся в старый вариант 0804. Праздничные мероприятия, где у вас написано, была статья опечатана 35Е0105. Мало не хватает. Дописываем 0100500. Видим, да? Теперь итак, дальше смотрим с вами. Идет у нас следующий раздел 12.02. Прежний вариант 35Е0103. Сегодняшний вариант 35Е0100300. То есть мы с вами... 1.03 да, было усечено, сейчас нам нужно привести в соответствие с требованиями Министерства финансов в ходе бюджетной классификации. Вообще со пару слов выдавала. Ну, с новыми, но вот опечатанными. Я еще раз повторяю, здесь очень много. Здесь было их много, а из всей вот этой вот, если вы возьмете свое решение, вы увидите, какое количество КБК здесь списано. Значит, сумма даже. Все на месте. Значит, так же самое здесь дальше, еще следующим приложением, да, я сейчас вам про приложение рассказала. Значит, в расходах я проговорила, а следующее приложение у нас ведомственная структура расходов. Один к одному, то есть она дублирует как бы, но это требование названия дохода, ведомственная структура, оно то же самое три КБК. Те же самые, которые у меня не добавлены. Значит, это технические ошибки, которые давайте еще Да, нет, подождите, здесь еще одну я нашла. Ну почему же?
На, еще теперь открываем ошибку. Это доходы приложения 1. Доходы, которые... Первый. Да, первый листок. Приложение 1. Доходы называется. Значит, посмотрите, нам с вами бюджетным законом о бюджете города Москвы утвержден бюджет на сумму 14 миллионов 711 тысяч 500 рублей. Если, а разбиты, дальше идет разбивка по доходам, из чего они сложились, из чего мы их получим. Если мы сейчас с вами сложим 13 771 500, потом 80 и 858, то у нас не хватает 2000. Техническое чисто вот... А можно вопрос? Да. А как же... Можно Да, конечно. А как же так получилось? Это же считать какая-то компьютерная программа, которую Дмитрий Витальевич разбирается. А как так могло получиться, что там не сложилось-то? Вручную это считается. В 21 веке. Или значит, там просто вводится в самое слово. Вы у меня сейчас как-то спросить можете, но ответить как-то... Мусафоева, это в Ворде. Как же? Нет, это в Ворде. Это в Ворде. Нет, это в Ворде печатает, видимо, та программа. Это в Ворде. У нее нет отчета. А для чего же тогда программа там какая-то серьезная, я говорю? А потом, наверное, вот это все. Марк Анатольевич, во-первых, это не вопрос Кирилла Владимировича. Бюджет 1С не считается. То есть это в обычной вот таблице, поэтому так получилось, да? Эта таблица спускает департамент финансов федерации. Да, сама бы считала, внизу ответ был безошибочный. То есть таблица будет те же самые. Да, ведь там в Word, в Excel, там все очень легко, все это формула вводится. Я Анатольевич, я думаю, не знаю. Да, значит, ведущий бухгалтер как-то вот некомпетентный. Да, талант. Я не знаю. А как это получилось? Ирина Владимировна, ваши пожелания. Значит, сейчас я вам озвучила то, что нужно сделать для того, чтобы у нас решение прошло. Значит, чем это нам сегодня с вами грозит? У нас сегодня с вами нет вот этого решения. Соответственно, у нас мы не можем принять бюджет, мы не можем принять смету. Нам никто ничего не утверждает. Я сегодня, перед тем, как пойти сюда, попробовала, что называется, на личном обаянии разговаривать с казначейством, управлением, которое проводит нашу смету, наши деньги на наши расходы. Мне сказали, нет, ребята, ничего у вас не выйдет. Пожалуйста, сначала решение. Знаете, как это утром? Утром деньги лежат. Поэтому было сказано, сначала мы должны с вами сегодня утвердить решение. И после этого, когда я развезу опять во все вот это вот изменения в решении и прочие все дела, после этого есть процедура, им тоже у них есть 2-3 дня, сколько им сказали, по минимуму, чтобы его нам завести в документы, и только на основании его нам откроют смету исполнения. Что значит смета? Сегодня мы не можем, мы получили счета, например, на проездные. Мы не можем ничего сегодня оплатить. Здесь другой момент. Мы сегодня, у нас остановилась вся работа по той простой причине, что смена руководства. Карточки образцов подписи, они тоже не за одну секунду делать, они должны их проверять. Поэтому вот сейчас идет такой рабочий момент. Мне бы хотелось вот пожелать себе и вот с вашей, так сказать, поддержки. Я человек открытый, честный, считаю, что никто от меня не должен уходить под одним нерешенным, непонятным вопросом. Я готова любой ваш вопрос открывать и... Понимаете? Но я не знаю, насколько сегодня, как и что здесь сделано. Это меня не касается, я не знаю. Я пришла вот 11 января. Сегодня я честно говорю, что я пока просто пытаюсь вот... Все, схватите, что-то сделать, что успеваю, потому что здесь сейчас одновременно делаем. Я Спасибо, Ирина Владимировна. Повторите вопрос, Татьяна Ивановна, пожалуйста. Пожалуйста, а когда вот этот документ, который вы исправляете, должен быть сдан? Значит, это бюджетный кодекс. Значит, если вы решение, я сказала, бюджетный кодекс, 17 декабря 2015 года вы приняли решение. По бюджетному кодексу у вас было 10 дней максимум, чтобы все документы были сделаны, во все инстанции разъяснены, до 27 декабря. Поэтому сегодня я вас хочу также осторожненько намекнуть, что может быть какие-то... Послушайте, секунду, я сейчас доскажу только, что когда я отвезла все это 15-го,
еще и с ошибками. Какие могут последовать санкции, я не знаю, и никто не знает, будут ли они или нет. Поэтому мы с вами должны быть готовы к тому, что сегодня произошло. Вот что случилось, вот давайте исходить вот сегодняшней ситуации. Все, что я могу, я бегу на сегодняшний день, я сделала вот на сегодня, что я могла, я сделала все. Спасибо. Вот, закрыла какие-то вот макушки, похватала. Поэтому давайте вот, вопрос еще, если есть, вы задавайте, я... Кого-то, Ирина Владимировна, еще есть вопрос? Давайте. Максим, Константин Николаевич, пожалуйста. У меня вопрос, но может быть не совсем по бюджету. Я краем уха услышал, что у нас остатки денежных средств в бюджете 5 копеек на конец года. Это так? 804 тысячи с небольшим. На начало года у вас было 2 миллиона 804, на конец года у вас 804. Понятно. Есть еще вопросы к Ирине Владимировне? Да, премии выплачивались аппарату за ноябрь-декабрь. Я не могу этого сказать, я не работала. Это если вы сделаете, будем делать расчет. Понимаете, я сегодня сразу говорю, что за те 8 дней, что я здесь работаю, я не настолько еще сильна в законодательной базе именно местного самоуправления. Дайте мне какое-то время, если мне будет позволено, чтобы я отвечала реально на все конкретные правильные вопросы. Юлия Тиманова, я никого не собираюсь, я говорю вам, как есть. Поэтому, если вы захотите какую-то информацию, и она будет с разрешения главы мне разрешена, то или законодательно, мы почитаем. Можно, нельзя, и, пожалуйста, какие-то ответы. Я сама на ее. Да, ну вопросы, у кого еще вопросы, Ирина Владимировна. Максим Анатольевич. Ну, очень краткий, да. Ну, Владимир, я услышал, что вы отвезли, а потом вам там... Вот эти нашли. Вот я хочу понять, это вы нашли как, вот, мелочи, которые решают все, или... Понимаете как, мы отвезли, потом я стала делать смету. Потом, Нет, мне вот куда я отвезла, мне еще никто не позвонил. Нет, вы отвезли и там нашли? Нет. Я отвезла к федералам, они, я так понимаю, они это не просчитывают. Они, наверное, берут общую цифру. И когда я им в реестр, в СУФД занесу в реестр, а у меня еще нет сведения ЦП. Вот тогда мы не можем. Да, нет, дальше получилось по-другому. Мне помогают люди. Я сюда не с луны упала, и у меня везде, как бы, мне сегодня пытаются помочь. И когда мне человек всю субботу со мной сидел и делал смету вот на эти цифры, которые понимают хорошо, она говорит, слушай, а у вас тут арифметика, ну давай. И вот благодаря ей я начинаю все это вот с ней уже понимать. И мы с ней находим. И она говорит, сегодня у тебя где-то это выйдет. Все. Вот эти еще мне не перезвонили. Мне пока позвонила. То есть я повезла с ней. Вот те улицы. Потому что сегодня хорошо, что мы обнаружили сегодня. Время у нас с вами. Есть еще вопросы к Ирине Владимировне. Спасибо, Ирина. Желание. Они уже взяли на работу, не пугайте человека. Она там, видно, с утра до ночи сидит. Да. И субботу все сидела, воскресенье. Вы знаете, я пока по 14 часов сижу, в холодильство ухожу. Я пока еще не поняла, оно вообще как. Оно мне вообще... У нас все равно всегда все хорошо, правда? Нет, я знала, потому что я не с Луны, я с Северного. Поэтому я настолько любила этот район наш. Я знаю, там работаю. Поэтому... Если нет вопросов к Ирине Владимировне, спасибо, Ирина Владимировна. Я прошу обратить вас в проект решения. Смотрите, написано. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6.10.2004 года, об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, законом города Москвы, 56-м положением о бюджетном процессе муниципального округа Леонозова, уставом муниципального округа Леонозова, и на основании приказа Министерства финансов, в связи с обнаружением технических ошибок, понятно? Мы с вами Совет депутатов решил внести изменения в решение наше с вами Совета депутатов от 17.12 об утверждении бюджета на 2016 плановый 17-18 годы, изложив. Значит, мы с вами нашли, вот здесь у нас три написано. Первое приложение 1 мы меняем. Это там, где вот эти 2000, которые нашли. И приложение 4 и приложение 5, они дублируют. Там одна и та же фраза, только она, КБК пропущенные. Одна и та же ошибка, только она пропущена в двух документах. Она дублируется, да, Константин Николаевич? Тут в этом и в последующих стоит
Так, и дальше написано опубликовать настоящее решение в бюллетене, настоящее решение вступает в силу сродни его принятия. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Жукову Марину Ивановну. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Спасибо. Кто воздержался? Никто не ответил на вопрос. А ну мы конкретно три, мы нашли конкретно три. Может, еще там. Да, а то мы пока нет. Третий вопрос, который четвертый у нас сегодня. О предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Значит, уважаемые депутаты, это вот тот вопрос, который мы постоянно откладывали за неимением времени и говоря о том, что у нас еще есть время его посмотреть и его решить. Значит, у нас два вопроса. Но я с одного начну с этого. Значит, посмотрите. Значит, в соответствии с федеральными законами, мы все время посмотрели, значит, это закон 273 о противодействии коррупции и о контроле за соответствующими расходами лиц, замещающих государственные должности, значит, существует такое, нам необходимо с вами утвердить свое собственное положение о предоставлении лицами, откройте, пожалуйста, сами, само положение, замещающим муниципальные должности. Значит, я вам сейчас поясню тут главные моменты, которые есть. Значит, настоящее положение, у нас первое положение о предоставлении сведений, а второе о порядке размещения этих сведений в средствах массовой, в интернете, в средствах массовой информации. Значит, здесь утвержден порядок. Настоящее положение написано, определяет порядок, то есть как этим лицам представляется. В пункте 2 написано, что предоставляется. Сведения о доходах предоставляются по утвержденной президентом в форме справки. Существует справка ежегодно, не позднее 30 апреля. И дальше идет разъяснение, что предоставляется. В пункте 3. Представляется сведения о доходах, полученных за отчетный период из всех источников, и об имуществе, которое принадлежит ему на праве собственности. И точно такие же сведения о доходах супруги или супруга и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период. А вот под буквой «В» написано, что сведения о расходах, своих супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке предоставляется, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица за три последних года. Тогда предоставляется сведения о расходах.